В Волгограде подвели итоги деятельности государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обсудили планы на будущий год. Областной сбор прошел под председательством начальника главного управления МЧС России по региону генерал-майора внутренней службы Николая Любавина. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приходится решать множественные сложнейшие задачи и реагировать на вызовы природы и техногенные аварии. Несмотря на непростые условия, наша с вами совместная плодотворная работа позволяет организовывать, реагировать на напряжение, сохранять положительную динамику и оказывать всю необходимую помощь. В минувшем году в Волгоградской области было зарегистрировано 5700 пожаров, что на 10% меньше, чем в 2022 году. Также отмечается снижение числа лесных пожаров и, соответственно, уменьшение площади, пройденной огнем. Пожаров на особо охраняемых природных объектах допущено не было. Также снизилось количество происшествий на водных объектах. А вот на дорогах сотрудники МЧС оказали первую помощь более чем 1500 пострадавших. В 2023 году на территории области зарегистрировано 4 чрезвычайные ситуации. В сравнении с 2022 годом наблюдается увеличение количества ЧС на 3 случая. И 40 социально значимых происшествий. Снижение на 14%. Одновременно сотрудники МЧС продолжали вести надзорную и профилактическую работу по предотвращению пожаров в жилом секторе. В минувшем году удалось достичь 100% прикрытия региона от огня. В 2024 году предстоит создание еще 4 специальных подразделений быстрого реагирования. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Всемирная сеть – это огромное пространство, в котором дети и подростки могут найти немало контента, необходимого для учебы, развития кругозора или просто для развлечения. Однако вместе с тем оно представляет определенную опасность. О наиболее распространенных киберугрозах, с которыми могут столкнуться в интернете юные волгоградцы, рассказали специалисты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Лигой безопасного интернета МВД и МЧС. Сегодня у нас прошел большой массовый форум информационной безопасности детей, на которой присутствовали дети со всего Красноармейского района. Мы уверены, что ту информацию, которую мы им сегодня преподнесли и дали, им поможет как в реальной сфере, так и на просторах интернета. И наши все подростки и дети будут в безопасности. Участие во всероссийском уроке безопасного интернета приняли школьники с 5 по 9 класс. Помимо Волгограда, такие уроки прошли в Москве, Краснодаре, Грозном, Севастополе и Тамбове. Ребятам рассказали о том, как правильно и безопасно вести свои социальные сети, как реагировать на сообщения от незнакомых людей и как не столкнуться с интернет-мошенниками. На сегодняшнем мероприятии был сделан акцент, и такие темы, прежде всего, это какие бывают виды мошеннической деятельности с использованием сети интернет, а также что необходимо делать в тех случаях, если несовершеннолетние подверглись данным действиям. Главный совет, который специалисты дали школьникам, стараться воспринимать критически любую информацию и не бояться обращаться за помощью к взрослым. Ксения Колоскова, телеканал «Волгоград-1». В Волгоградской области стартовала ставшая уже традиционной акция «Студенческий десант». Ее главная цель – познакомить студентов профильных направлений с работой различных полицейских подразделений. Общественный совет принимает активное участие в подобных мероприятиях на постоянной основе. В этот раз студенты Волгоградского кооперативного института первого курса, студенты-юристы, им была предоставлена широкая возможность познакомиться с подразделением экспертов-криминалистов Главного управления МВД России по Волгоградской области. Экспертно-криминалистический центр регионального главка МВД – это единственное в стране полицейское подразделение, где проводят 49 видов специальных экспертиз. Ребятам рассказали о специфике работы сотрудников центра и показали, как проводится дактилоскопическая экспертиза, идентификация личности по отпечаткам и следам пальцев рук и ладоней. Очень понравилось, как сотрудник-криминалист показал и рассказал о своей работе. Мы познакомились с отпечатками, попробовали сами, познакомились, из чего состоит чемодан криминалиста. Познакомили студентов и с особенностями проведения ольфакторной экспертизы, то есть исследованием запахов. Иногда запах – это единственная улика, поскольку запаховые следы не воспринимаются и не контролируются человеком, а значит, уничтожить их очень сложно. При этом запахи сохраняют важную информацию о человеке, как об участнике преступления. И тогда на помощь экспертам приходят четвероногие друзья – собаки-детекторы. Честно, я не ожидал здесь увидеть собак. Здесь очень большое количество собак, которых нам показали. Нас познакомили с собаками-детекторами, которые сопоставляют запахи.
В завершении экскурсии ребята смогли узнать условия поступления на службу и поблагодарили полицейских за увлекательный рассказ. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. С начала 2024 года на федеральных трассах Волгоградской области произошло 17 ДТП, в которых пострадал 21 ребенок. Дети в большинстве своем являлись пассажирами и получили травмы различной степени тяжести. Зачастую усугубляло ситуацию то, что юные пассажиры находились без детского удерживающего устройства или и вовсе оказывались непристегнутыми. В связи с этим на территории региона сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Водителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения, а также о важности применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Правильное использование детских удерживающих устройств позволяет обеспечить малышам большую защиту при ДТП, сохранить им жизнь и здоровье. Сотрудники госавтоинспекции напомнили водителям об этом, а также дали советы по выбору автокресел в соответствии с ростом и весом ребенка. Подобные мероприятия проводятся на дорогах Волгограда и области на системной основе. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Открытое соревнование по быстрым шахматам состоялось в Волгограде на площадке спортивной школы номер 20. Турнир был посвящен участникам Великой Отечественной войны, а также бойцам, принимающим участие в специальной военной операции. Участие в состязании приняли воспитанники шахматной школы в возрасте от 8 до 19 лет. Для нас главная задача представлять, во-первых, наш регион. А поскольку мы уже выиграли и Кубок страны, и первенство России, и города героев, задача стоит, я бы сказал, глобально. Подготовить, воспитывать таких детей, чтобы они достойно представляли уже нашу великую Россию. И чтобы будущим чемпионом мира обязательно был наш россиянин. Турниру предшествовала серьезная подготовка. Ведь шахматы – это не просто гимнастика для ума, а умение мыслить на несколько шагов вперед, предугадывать действия соперника и находить необычные решения. Это наш январский этап открытого первенства школы по быстрым шахматам. В течение года таких этапов проходит 12. Оно является очень важным тренировочным мероприятием. В течение месяца ребята занимаются в группах, изучают теорию. Значит, а здесь мы проверяем, насколько они усвоили эту теорию. И благодаря этим турнирам идет рост мастерства. В числе участников настоящие чемпионы в своих возрастных группах, для которых этот год станет временем серьезных соревнований, подготовка к которым не останавливается ни на минуту. Ведь шахматы для ребят – это жизнь. Шахматы формируют память, развивают мышление. Они помогают тебе почувствовать себя королем доски. 2024 год. Передо мной сейчас два серьезных турнира. Это первенство ЮФО среди мужчин. Оно пройдет в марте. И первенство России, высшая лига. Оно пройдет в Екатеринбурге. Это будет классика, рапид, блиц. Я собираюсь проявить себя с лучшей стороны и сыграть так, как не играл никогда. В каждой возрастной категории были определены победители и призеры, которые были награждены грамотами и медалями. Ксения Колоскова, Андрей Гунькин, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». Сотрудниками полиции задержан 28-летний подозреваемый в разбойном нападении. Словесный конфликт двух отдыхающих в кафе мужчин перерос в драку. При выходе из заведения на улицу подозреваемый избил потерпевшего, повалил его на землю, похитил мобильный телефон и скрылся. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Четверо жителей Волгоградской области подозреваются в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Жительница Советского района города Волгограда зарегистрировала в своем домовладении шестерых иностранцев. Житель одного из хуторов Среднеохтубинского района – 5 иностранных граждан. Две жительницы Тракторзаводского района Волгограда – 5 мигрантов. Фактически граждане иностранных государств проживали и работали в других районах области. В отношении подозреваемых решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы. Доверчивые волгоградцы снова попались на уловки аферистов. В Урюпинском районе
районе 64-летняя местная жительница перечислила на так называемый безопасный счет 2 604 тысячи рублей. Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился работником банка и сообщил, что с ее банковского счета совершена незаконная попытка списания денежных средств. Чтобы сохранить сбережения, он убедил перечислить деньги, большую часть из которых потерпевшая взяла в кредит. 63-летняя жительница Паласовского района стала жертвой обмана под предлогом заработка на фондовой бирже. С ней по телефону связался лжеброкер и убедил вложить сбережения в акции. Пенсионерка перечислила на электронный кошелек более 1 000 000 рублей. Уважаемые жители региона, полиция в очередной раз напоминает о необходимости быть бдительными при общении с незнакомцами. Не перечисляйте свои сбережения по указанию неизвестных, кем бы они ни представлялись. В этом году камышане могли окунуться в Ордань только на территории водной базы местной аварийно-спасательной службы. Ежегодно подготовка к проведению обряда омовения начинается еще утром 18 января. Во льду на реке вырубается и Ордань, оборудуется настилом и ступеньками, вокруг устанавливается ограждение. Затем совершается главное таинство праздника – чин великого водоосвящения. Христиане верят, крещенская вода исцеляет и укрепляет. Проверить эффект на себе несколько лет назад отважился волгоградец Павел Круглов. В этом году он впервые окунулся в ледяную речную воду, а познакомиться с экстремальной процедурой ему довелось на Черном море. Температура, конечно, там другая немножко, но там минус 5 воздуха, плюс 5 вода, ну, ощущения незабываемые все равно. Да, вот первый раз и вот сейчас заходишь, все тело покалывает. Так приятно. Павел Круглов стал одним из 800 человек, принявших участие в крещенских купаниях на территории водно-технической базы. Как всегда, безопасность верующих здесь обеспечивали спасатели, медики и полицейские. Основной наплыв желающих совершить омовение традиционно регистрируется ближе к полуночи и в первый час 19 января. Не стал исключением и нынешний праздник. Особенно много в этот раз было молодежи. Впервые в Иордань окунулся Роман Васильев. Все, хотел, да никак не получалось. Вот сегодня выбрались, не пожалел. Окунаешься, какие ощущения из воды? Как будто тысячи иголок тело пронзают. Но очень круто, нравится. Понравилось, как заново родился. О том, что купание в проруби дарит ощущение обновления души и тела, говорит каждый, кто ступает в ледяную январскую воду. Марине Петровой впервые испытать это чувство захотелось 10 лет назад. Страшно не было, просто вот захотелось. Вот хочу и все. Было тогда, мне кажется, прям минус 18 или минус 20 в Волгограде. Я вот первый раз окунулась. Хоть вода и холодная, но в народе говорят, что после крещенского омовения никто не болеет. На личном опыте из года в год в этом убеждаются Алексей Федотов и его сын Владислав. Поход к освященной купели уже стал для них семейной традицией. Первое купание было в 2012 году. Первый раз искупался на Черном море, в город Сочи. Ну и с тех пор решил не прерывать традицию. Из года в год купаемся. Ждал, пока подрастет сын, чтобы с ним можно было искупаться. И вот искупался он первый раз, 6 лет ему было. И с тех пор также из года в год со мной ходит, купается. Единственный раз пропустили, когда был ковид. А все остальные годы ходим. Очень хорошие впечатления, эмоции. Впечатления тоже такие будоражащие. И мне очень нравится купаться на крещение. Ну и да, вот у моего папы день рождения еще, правда, вот надо прямо искупаться. Искупавшись в первый раз, Владислав поддержал папу, отмечающего 19 января еще и свой день рождения. С той поры крещенский ритуал у мужской половины семьи Федотовых взят за правило. Целыми семьями и большими компаниями киордане камышане приходят ежегодно. Те, кто верят, считают, что таким образом смывают грехи, выходя из воды укрепленными благодатью. Александр Маяков, Сергей Пехтелев, Камышин ТВ.
В минувшую пятницу в художественной галерее Камышина состоялся Новый год на БИС – интеллектуальная игра для школьников и студентов города. Художественная галерея города стала не только обителью искусства, но и местом встречи на многих молодежных мероприятиях. Большой зал, в котором еще стоит нарядная красавица елка, музыка и любимые друзья. Отличная атмосфера вечера пятницы. Игру мы проводим второй раз. Первая игра была перед Новым годом, и она собрала 10 команд. В этот раз у нас 14 команд. В каждой из команд может быть от 4 до 10 человек. И в этот раз действительно собрались ребята из разных учреждений Камышина. То есть это школы и средние специальные учреждения, первый и второй курс. Совместить приятное с полезным – один из принципов игры «Квиз-ФМ». Чтобы ответить на предложенные вопросы, необходимо включить логику и смекалку. А чтобы подойти к этому с душой – хорошее настроение. На самом деле игры предназначены и для того, чтобы развивать эрудицию, повышать уровень знаний, но и для того, чтобы ребята классно отдохнули. В любой игре существуют свои правила. На Quiz FM нельзя пользоваться интернетом, писать двойные ответы, а также нужно вовремя сдать бланк. Всего 7 раундов. После каждого из них засчитываются правильные ответы и выводится турнирная таблица. Вопросы оказались интересными для всех. В какой стране нарядили первую елку? Какого цвета был бантик у волка из мультфильма «Ну, погоди»? И как называется метель, путающаяся под ногами? Есть над чем подумать. Многие ребята приходят на квиз уже не первый раз. Признаются, что атмосфера на игре очень затягивает. Мы пришли уже второй раз на квиз. Нам все очень нравится. Очень увлекательное мероприятие. Очень интересная атмосфера. Можно отдохнуть, повеселиться, провести какое-то время. Настоящим квестом стал фотокросс. Примеры фотографий были выведены на экран, но для фантазии участников тоже нашлось место. По итогам всех туров победу одержала команда «Искры». Второе место заняла команда «Гномы», а третье – «Фьюри». Победители были награждены дипломами и сладкими призами. Узнать о следующей игре можно в официальных сообществах «Квиз-ФМ» и Историко-краеведческого музея во ВКонтакте, а приобрести билет по пушкинской карте. Снежана Шиповалова, Сергей Пехтелев, Камышин ТВ. Прогноз погоды представляет сеть магазинов «Волгоградский пуховый платок». Уютная одежда для комфортной зимы. «Волгоградский пуховый платок». Теплые подарки для вас и ваших близких. Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 9 и Советская, 17. Волжский, ТРК «Волгомол». Сегодня ночью и завтра днем по области в Волгограде пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, днем минус 7 градусов.